Мир всем! Сегодня февральское теплое воскресенье. Смотрите, какая у нас интересная погода, что можно даже снежки лепить. Потом дальше обещают морозы. В общем, заканчивается еда в деревне у всех. Вот. И было вынесено предложение съездить на озеро. Мы вспомнили, что у нас там рыба есть. Вот сегодня поедем, сейчас попытаемся поймать. Может быть, что-то получится. Там, ну там трещины, рыба замерзшая мелкая. Уже вот туда надо было ехать, да? А там же карпа. Ну там вот только льянов наложили. Там карась есть. Ой, давай, давай, бей, бей до конца. Бей, держи бей. Только его, держи только. Ох ты. Да ничего, ничего, держи. Я вот не упустил. Ага. Не маленькая дырка, то у меня это-то вон, сачок-то большой. Ну какие короче, если будет с лопаткой. Здесь как? Работай. Так, ну что, это убираем, да? Не, быстро, быстро. Надо, наверное, что здесь это, мало. Что сделать? Без этого. Солнце лучи расходятся. Эй, туда-сюда. Красиво. И на ноги. Нет, не больше 50. Вот он красивый. Как на Байкале.
букашка замерла. Что, никого, ни одной души живой нету, да? Живой нет. Ни одной твари. Надо же. Такое не бывает. А если вот там вот попробовать по мышам поближе? Вот там? Ну. Ну что, мы тут ловили, так ничего и не поймали. Сейчас тут глубина очень большая. Сейчас подумали вот куда-то помельче пойти, может быть там что-то получится. Не с пустыми же руками домой ехать. Ну что, вот ловили, ничего не получилось, видать, все спят. У нас есть возможность прийти завтра на удочку порыбачить. Что-то ни одной рыбки, ни большой, ни маленькой. А ветер как влияет, нет? Что-то ветер оттуда вот будет. Рыба там спрятана. Было подозрение. Потому что говорят, когда волны не рыбачат. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.